Домашний зимний сад. И в этом саду есть растение, которое называется роза. Вот такая большая роза. И хотели эту розу срезать, потому что она тонкая, высокая, длинная. Но у нее появились бутончики, маленькие детки. И мы решили пока не срезать, пусть процветет красивая роза. Будем смотреть, как она будет развиваться, распускаться вот по дням. Сегодня 1 ноября 2015 года. Вот, мы посмотрим, как она, розочка, будет развиваться. Она тоненькая, вот, поэтому ее привязали к металлическому корпусу. Вот такая розочка. Красивая. Сегодня третий день, как мы снимаем, и розочка распускается еще больше, совсем уже большая, но еще будем распускаться. Вот так. Остальные пока бутончики еще набирают силу. Сегодня полностью расцвела роза. Сегодня 5 число. Полностью расцвела роза. Вот так выглядит теперь розочка. Остальные бутончики начинают тоже. Шестой день съемок. Роза распустилась в полную силу, а остальные букетики начинают набирать силу. Посмотрим на следующий день, как будет выглядеть эта роза. Вот и стал завидать цветочек на седьмой день, давая дорогу остальным бутончикам, давая жизнь другим цветочкам. Эта розочка, этот бутончик уже ожил свою жизнь и завидает. Посмотрим с этой стороны. Вот. Полностью уже так называемая бархатная роза приказала долго жить. Вот так вся жизнь. Вот так и вся жизнь дает, расцветает, рождается, расцветает. Красоту свою показывают, а потом заканчивается жизнь. Прощай, этот буточек, прощай. Будем ждать рассвета следующих бутончиков. Светлого пути вам, хорошего рассвета, хорошего жизни. Спасибо вам, розочки, что вы радуете наш глаз.